Так, ну еще чутка поищем. Кажись, вот она записка. Курва. Так, записка из-под дерева в Дублине. Друг, не говори со мной. Серебро, что я тебе обещала, тебе готово. Тот торговец, возможно, уже не сможет ходить. Он весьма охотно согласился на мои условия. Я передам тебе плату на рынке. Не исключено, что для тебя будет и новая работа. Обстряпаем дело у всех на виду. Уничтожь эту записку, паучиха. Убейте паучиху, она совершает сделки на рынке Дублина. Леди Айден, паучиха. Семья Айден погибла во время сожжения Дублина. Девочка росла, кляча еду и воруя куски ткани, из которых шила рубахи. Упорным трудом ей удалось заработать сперва на кусок хлеба, а потом и на безбедную жизнь. Она знала все слухи в Дублине и все дела, совершавшиеся на пристани и на рынке, и ко всему хотела быть причастна. Скоро ей стало ясно, что угрозы, если они правдоподобны, могут приносить пользу во время переговоров. Ее излюбленным аргументом стали пытки. Также Айден заводила влиятельных друзей и скоро выяснила, что дети Дану готовы ей помочь. Ее не пришлось даже уговаривать привыкнуть к ним. Так вот загасили, и все, подсказок нет больше. Получается, по квесту мы сделаем вот это, и возможно у него будет подсказка к какому-то из этих, вот к этому или к этому. Так что поехали. Бича этого все-таки подзагасим. Yeah.
Где-то здесь должен быть дом, в котором прячется Бич. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Нужно быть осторожнее. Идет. Чувствую прилив сил. Что все это означает? Записка друидам. Друиды Дану. Приближается время обряда. Нужно приложить все усилия, чтобы он завершился успешно. У нас приготовлено множество жертв, как хочет Бич, наш высший друид. Жертву принесли неумело. Так знамени не получить. Я отправляюсь готовиться к обряду. Пука со мной, как обычно. Покройте округу туманом. Пука почерпнет из него силу, необходимую для перевоплощения. Бич. Пука? А это еще что? Может, волк или собака? Или медведь? Что за беда с тобой случилась? Слава богу, ты не из этих. Из каких? Дан, никогда в жизни не видел таких друидов. Схватили нас с друзьями. Мы заблудились в тумане, и мои друзья... Держи себя в руках. Выше друид. Она зовет себя бичом. Она приносила их в жертву по частям. Руку, потом ногу. Уноси-ка отсюда ноги, пока цел. Но сперва скажи, где сейчас Бич? Утащила беднягу Финтона на какой-то обряд.
Подумать боюсь, что с ним. Спасайся сам. С радостью. Хватит с меня. Даруй ему удачу, Тор. Жертвоприношение. И что-то насчет Пуки. Немного, но Киара, быть может, поймет, что все это значит. Киара обещала ждать к югу от деревни. Ну, пиздец. Давай, ползи, блядь. Накину-ка я капюшон. Эйвор, я отвезла лик... Барри, ты сбежал гнева Флана? О, да. И очень этому рад. Воины приходят в себя. Что тебе удалось разузнать? Бич хочет провести обряд жертвоприношения. Вот как? Это может сделать лишь высший друид. Да, она высший друид. Но что это значит? Что она очень сильна, и с ней будут посвященные. И не только они. Я также узнал, что обряд должен защищать... Такое странное слово. Пука. Пука? Плохо дело. Но выбора у нас нет. Обряд, скорее всего, проведут в Карнагоне. Надо искать там. А что это за пука? Какой-то зверь? Какой-то зверь? Объясню тебе все по пути. Вперед! Ты обещала рассказать мне про Пуку. Прежде то были дивные создания. Принимали вид любого зверя, но теперь они опасны. Это шутка? В Норвегии разве нет таких существ? У нас, конечно, есть Фенрир, волк богов, но он такой один. А у нас Пука обычное дело. Пуки, человеческие жертвы. Это вот твой мир. Дети, да, но исключение. Истинные язычники против них. Флан знает, что наши обычаи исчезнут без его поддержки. Он поклялся не допустить этого. Осторожно. Руки проворны. Ищи следы лап с длинными когтями. И будь начеку. Там. Следы. Это Пука. За ним. Это же волк. Просто Пука сейчас решил принять облик волка. Конечно, в тумане он будет не волк. От тумана разум мутится. Мой
мой тоже. Говорящий волк? Имя богов, что это был за зверь? Бдительная тут стража. Yeah.
Найдите, блин, пиздеца.
предала нас. Проклинаю тебя всеми силами Луны. Твои проклятия бессильны. Нам так нужно было твое могущество. А теперь... Ее больше нет. Она сказала, что ты предала детей Дану. Я была одной из них. Но как же так? Мне казалось, другого пути нет. Хотя Дейрдра и была против. Ты знала их. Почему не привела меня к крапивнику? Я была лишь их орудием. Они ревностно стерегли свои тайны, так что их имена не были мне известны. Здесь есть дивное озеро. Когда будешь готов, я покажу его тебе и все расскажу. Друид Шетна Бич. Шетна всегда интересовалась смертью. Она много изучала ядовитые растения и обнаружила, что их смертоносная сила увеличивается, если они окроплены жертвенной кровью. Шетна избавила детей от многих врагов и продолжает постоянно совершенствовать свои знания о ядах. Именно эти знания сделали ее одним из самых почитаемых друидов среди детей Дану. Ну вот. Олень. Осмотрите торговый пост в Ардмеле, восточнее Лохбега. Но это легко. Записка, найденная у бича. Драгоценный бич. Я почти полностью подчинил деревню, о которой мы говорили. Наши методы отлично действуют на ее жителей. Я думаю разведать... Как дела в Ардмеле? Не прислать ли тебе немного вкуснейшего местного меда? Я добавлю в него молоко и насильно кормлю. Я добавляю в него молоко и насильно кормлю им своих жертв, пока их чрева не лопнут. Дурачок какой-то. Ардмель. Ну, в принципе, на этом можно остановиться. Пока. Потом парочку членов этих детей Дану найти легко. И еще сюжет какой-то есть, который только начинается.